Я вижу, когда мы попадаем в тюрьму страха, потому что мы не справились в какой-то области. У страха есть друзья. Один из главных друзей страха – это сомнение. А сомнение убивает больше мечтаний, чем когда-либо убивает неудача. Есть люди, которые потерпели неудачу в своей голове еще до того, как они приступили к делу. Поэтому я хочу предложить вам отказаться от духа страха. Неудача – это единственная возможность начать все заново. И если я общаюсь здесь с кем-то, кто жаждет прекрасного будущего, все, что вам нужно, это возможность попробовать еще раз. Неудача не делает вас неудачником. Это то, что вы сами сделали, но это не то, кем вы являетесь. И поэтому нам нужно получить кристально ясное представление о том, что если я потерплю неудачу, значит я смогу и победить. Я обращаюсь к той футбольной команде, бейсбольной команде, баскетбольной команде. Я обращаюсь к тому бойцу, к той звезде легкой атлетики, к тому спортсмену, к тому студенту. Я обращаюсь к человеку, который провалил экзамен снова и снова и снова. Я обращаюсь к тому человеку, который чувствует, что всякая надежда уже потеряна, кто чувствует, что отдал уже все свои силы. Если вы еще живы, значит что-то еще осталось. Томас Эдисон, он был уволен с его первых двух работ. Его учителя насмехались над ним. Обзывали глупый. Он ничему не может научиться. А этот человек, который изобрел электрическую лампочку, первые 10 тысяч раз он потерпел неудачу. Но он никогда не был неудачником. Он просто узнал 10 тысяч способов, которые не работают. Но вы не Томас Эдисон, и вы не пытались 10 тысяч раз. А попробуйте сделать что-то 1000 раз, а потом подойдите ко мне и скажите, что вы в чем-то не способны. Скажите мне, что у вас нет того, что необходимо. Скажите мне, что вы медленны. Скажите мне, что вам чего-то не хватает. Чтобы не толкнуло вас на землю, чтобы не сбило вас с ног. Прям с того самого места. Я хочу, чтобы вы посмотрели прямо в глаза. И сказали тому, что вас сбило, сказали тому человеку, сказали тому обстоятельству, сказали тому месту, сказали тому, что сбило вас ног на пол. Ты не сможешь удерживать меня здесь. Если вы сможете понять программу стойкости жизни, нам нужно будет перестать убегать от трудных перемен. Перестаньте молиться о том, чтобы буря прошла мимо вас, а молитесь о том, чтобы прорасти сквозь бурю. Перестаньте ходить вокруг нее. Пройдите через нее. Через что вы пройдете, через то вы и прорастете. Некоторые бои не выигрываются в первом раунде. В тот момент, когда вы это поймете, вам станет все кристально понятно, и вы примете тот факт, что есть некоторые гиганты, которых вы не можете победить в первом раунде. Вам нужна выносливость, вам нужна упорность, чтобы достичь определенных целей. Вы не сможете заполучить миллион с первой же инвестиции. Вы не сможете оказаться на своем поле с первого взмаха. Но настойчивость всегда скажет, что я принадлежу этому месту и заслуживаю еще одного шанса. Мне нужна моя возможность. Дайте мне мою возможность.